із подією, з відкриттям виставки. Виставки двох братів Миколи і Михайла Кубліків. Думаю, що ця виставка буде доброю нагодою відкриття ще одного боку творчості цих незвичайних художників братів. Ну, що наконец-то время прийшло показати двох уникальных братьев-близнецов. Почему уникальных? Потому что я думаю, что вы сходу так, наверное, и не вспомните, чтобы два брата, очень друга, ну, близнецы, ну, с одной стороны, так друг на друга не похожи, а с другой стороны, чтобы они оба реализовали себя как художники. Этой выставкой я подвожу итог, понимаете, периода, который назывался в свое время соцреализм. Что мы оставим, после себя. А это аптекарская палка, естественно, почему-то дети привыкли, потому что до 60-го года у нас газа не было, все печень еще, печень для мамы. Это же что-то другое. Я только хозяйство.